Кстати, государство в решении квартирного вопроса поддерживает и молодежь. В своем выступлении на церемонии закрытия года молодежи и старта года волонтера Касым-Жомарт Токаев сказал, что активно ведется выдача жилья на выгодных условиях. Было принято решение выделить 9 тысяч квартир для работающей молодежи в крупных городах страны. Стоимость аренды составит всего 15 тысяч тенге в месяц. В этом году 5 тысяч человек получили гранты от государства и стали молодыми предпринимателями. В течение следующих 3 лет их число увеличится до 30 тысяч. Кроме того, 10 тысяч молодых бизнесменов расширили свое производство за счет микрокредитов, большинство которых было выдано сельским жителям.